У нас сегодня прямо настоящая зима. С виду. Ночью нападала куча снега. Все белое. Красивое. Деревья белые. Снег вон там внизу везде лежит. А температура воздуха +3. Вот мы и решили на улице сегодня побегать, подышать свежим воздухом. По манеже даже не были. Там всякие люди. Сегодня даже командир пришел покататься на лошадке. Первый раз с сентября, по-моему. Побегаем сейчас, а потом пойдем в манеж посмотреть, как он катается. Вот я только один раз и видела, и то на празднике он там только шагом ходил. Жалко, Хенрика не просветлилась еще до такого уровня, чтобы бегать без веревочки и на улице тоже. Конечно же, она убежит сразу же домой. А жаль. Вот так бы тоже бегала без веревочки. Вчера показывала ей бенгальский огонь. Там приучали лошадей к бенгальскому огню. И я ее заодно типа приучала. Но получилось так, что все, даже старые полицейские лошади, очень сильно его пугались и боялись подойти. А Хенрика подошла и стала его нюхать. Совсем не боится. Как потом выяснилось, это потому что когда-то несколько лет назад всех лошадей приучали к взрывам и стали им кидать петарды под ноги. Все лошади до сих пор в истерике и боятся всяких шумов и огней. А Хенрика тогда прогуливала. Ее не приучали, поэтому она, по-моему, единственная, кто не боится. Вот такой у нас тут метод дрессировки. Вот так вот мы умеем бегать. Не скользко, кстати. Снег мягкий, липучий. А под низом уже ничего нет. Вчера вообще сухой асфальт был в городе. Ничего, никакого снега почти уже не было. Дороги были чистые, сухие. Все было супер. Я приехала домой вечером. Было чисто. Через час заехала подруга, я ей ворота стала открывать, а там по колено. Откуда набралось? Я даже не видела, что снег идет. Так что это уже третья зима в этом году. Сначала была зима в декабре, потом в Рождество кончилось. Рождество, Новый год, все было при +5-6. Потом где-то в середине января опять снег выпал. Была зима, даже -16 было. Потом опять все растаяло. Сейчас опять плюс уже неделю. Дождики идут иногда. И вот сегодня опять зима, третья. Такая у нас на планете Земля погода в этом году. А сейчас, дорогие друзья, нам пора прощаться. До новых встреч!